Что мы тут делаем, блин? Мы ищем наш кемпинг. У нас привал. Потому что мы поднялись по этим ступенькам, и это оказалось непреодолимым препятствием для нас. Глянь, какой вид крутой на море. Но нам еще очень далеко идти туда, а потом куда-то на гору. Так что у нас привал. Ура! Мы ставим палатку. Да, Лиля? Да. Все. Мы разложили палатку, надули матрасы. Сейчас выкинем эти все вещи в лес и пойдем купаться. Это так для понимания, насколько Лиле интересно с маской. Я уже давно вышел, у меня шорты высохли. Она тут камушки рассматривает. Вылазь, Лиль. Сколько рыбы? Много рыбы, да? Мы купили ласты с маской. А, да, я это говорил, что я никогда не ездил. Мы исследовали весь подводный мир в одном квадратике метр на метр. Об этом должна рассказывать я, потому что это я сначала была возмущена тому, что у нас загородка, так, ну, в общем, буйки, куда можно заплывать, так немного, там всего лишь метров 15 вперед. В итоге я плавала на расстоянии 2 метра от берега, потому что там плавает больше всего рыб. И я в отдельном видео расскажу вам, какие виды рыб я там видела. Их там очень много, такие разные, разноцветные, белые, черные с полосочками. И фиолетовые. Ну, ты сейчас уже начала рассказывать. Потому что я в восторге. Для меня это было прям мега вау-класс. Я первый раз в жизни плавала с маской в прозрачной воде. И я осталась в восторге от этого. А сейчас мы сидим уже в палатке. И, может, будем разжигать костер, но мы не уверены. Потому что здесь ни у кого нет костра. И мы боимся, вдруг это здесь запрещено. Сейчас уже темная ночь. И мы с Сашей жарим еду нам на завтра. Потому что мы планируем идти в горы. И взять с собой тормозочек. А это прекрасный хлебушек, а это прекрасный Сашечка. Да, спасибо. О, шок. Фольге запекала, знаете, которую ты в уголь кидаешь, достаешь уголь от этой картошки, обдираешь и радостно ешь. Короче, мы проснулись. О. Вот такой по звуку будильник. Сейчас будем вставать и, не знаю, завтракать. Нам нужно сделать кофейка, а костер не хочется распаливать. Доброе утро. У меня наконец-то появились силы встать с кроватки. Видимо, большую часть энергии я потратила на то, чтобы поднять вот эти мешки с кровати, вытянуть. Но сейчас я уже распалила нам маленький костерчик для того, чтобы мы могли сделать кофеечек. И мы собираемся идти сейчас в горы. Оттуда будет прекрасный вид на море. Так, мы сейчас будем доделывать бутерброды и отправляться в путь. Завтрак чемпиона. У нас одна чашечка кофе на двоих. Мы купили вчера еще рулетик. Это бутерброды нам в дорогу, это нам на обед, это мы есть не будем. В общем, рулетиком завтракаем и кофеечком. Короче, мы вышли в гору, и нам Google карты показывают этот маршрут. Проход запрещен. Но дальше дорога есть, люди дальше есть. Непонятно, что делать. Да, еще Google карта в очередной раз нам показывает маршрут через дырку в заборе. Да. Короче, дорога у нас уже вообще очень-очень в гору. Непонятно, ладно.
Вид шикарнейший. И так вот идем с таким видом. Обезьяны с гранатой. Бетонное ограждение. А нам нужно, скорее всего, на ту тропинку. Вот она идет туда. И Лиля говорит, что мы сейчас тут спустимся легко. Что непонятно. Может, там есть смысл где-то обойти. Короче, мы идем по чьим-то огородам вообще между домами. Ой, тут помидорчик нашли у кого-то. Нашли. Нашли, да. Я валялся на асфальте. Ну, тут круто и красиво. Вот. Нам вот туда дальше. Уже закончились огороды. Но там вообще только что мы идем. Выходят две женщины такие. Здравствуйте. Мы такие, здравствуйте. Да, они говорят, а что вы тут ищете? Я говорю, водопад. Они говорят, тут в нет. В огороде. Да, да, в огороде вообще. Она говорит, тут нет водопада. Я говорю, ну у нас карты показывают, что нам куда-то идти за водопадом. Она говорит, так он аж там, за горами. И тут я понял. Если местные говорят, тут нет водопада, то водопад очень далеко. Да, а еще здесь так классно, мы идем по чьим-то огородам, сейчас уже нет, а там так в рядочке помидорчики растут, фасоль. Которые мы нашли. Фасоль, короче, черешневый сад красивый. Мы организовали привал, потому что мы прошли половину. И наелись ворованных помидоров. Найденных. 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 Найденных в огороде на веточках помидоров. Да, мы прошли половину, и сейчас будет заход в лес скоро, где-то метров через 200. И по тропинке будем уже идти к самому водопаду. Силы покидают уже прям на каждом шагу. Да, я уже 3 раза отдохнула, поела. И сейчас я буду отдыхать есть. Мы добрались до водопада, мы шли сюда 3 часа. И посмотрите, это прекрасная мокрая стена. Это водопад. И сейчас я буду кушать свой обед с прекрасным видом на мокрый камень. Ну да. Не, ну честно, мы знали, к чему мы идем. Ну там видно, он в полосы. Ну болотце. Короче, мы идем назад. Дорога назад лучше намного, потому что там быстрее, легче. Мы сюда шли 3 с лишним часа. Обратно планируем добежать до лагеря за 2 часа. Единственная проблема, у нас нет воды, потому что мы съели шоколадные конфеты для энергии и выпили всю воду, которая у нас и так не было. Да, такая тяжелая дорога. Сейчас будем в огороде просить у бабушек набрать воды, потому что пить хочется, а воды ноль. Все. Ну вот, мы пришли. Думаю, что мы не нашли ту тропинку, там, где мы по камням лазили. Я даже не уверен. Вот идет эта дорога и эта тропинка. А еще я на змею наступила. Да, грустно. Саша донес меня до нашего кемпинга, потому что я шла на каждой ступенечке, стонала о том, что я больше не могу сделать ни одного шага. И Саша врал мне 15 раз о том, что нам осталось всего лишь 200 метров. И я каждый раз... Саша, прямо. Что это за молодой человек? Извините, я снимала для вас видео о том, как сильно я устала, но передо мной оказалась олениха с 2 маленькими оленятушками. И это было намного важнее, чем все остальное в мире. Они такие маленькие, такие симпатичненькие. Мне кажется, они родились максимум неделю назад, потому что они еще такие, типа... Неуверенные ребята. В общем, все было прекрасно. В кемпинг мы дошли. Я не умерла. Мое достижение на сегодня. А сейчас мы идем на пляж. Мы идем на другой, не тот, где были вчера. И мы хотим сначала зайти в супермаркет, купить каких-то вкусняшек, если там есть. Ну и, конечно, взяли ласты, маску. И будем сейчас нырять, смотреть на подводный мир. Саша все несет, потому что у меня нет сил. Спасите. Я снимаю, как ракуш залазит на берег.
после вернулись в кемпинг, и мы снова сходили в супермаркет. Ладно, мы накупили еды какой-нибудь на вечер сегодня. Мы купили сосисочки. 2 пачки Принглса. Очень лесной отдых. Дикий, дичайший, я бы сказала. Еще кабачок. И 2 бутылки пива. Че зеленый? Цукини, бутылку йогурта. Ну, в общем, мы купили всякого хлама вкусного, если честно. А главное, мы купили маленьких сосисочек, вот таких, вот так узеньких. И сейчас мы будем палить, жечь костер, и мы будем жарить сосисочки и смотреть мультик «Как приручить дракона». Вторую часть. Между прочим. Это важно. О, ну, наш день подходит к концу. Наш бесконечный день. У нас день заканчивается. И вам спокойной ночи всем. Всем спокойной ночи, нам кто-то сейчас сидит такой, обедает такой. Ну ладно, спасибо. Ну, значит, приятного аппетита всем. Я уверена, половина из вас сейчас кушает. Все, пока. Все, пока-пока. Не-не, картошку лучше. Сейчас фольгой обратно накрою. Я попробовала, она твердая, она теплая очень. Я закрою.